Семинар собрал около 100 человек. Актив отраслевого профсоюза, работников госучреждений и общественного обслуживания из более чем 4000 предприятий и организаций. Подобные встречи проходят ежегодно и, как говорят их участники, очень результативно. Основные направления работы профсоюзов – делать все для улучшения условий труда работников предприятий и контролировать соблюдение их прав. Профсоюз, к примеру, может помочь, если человека уволили без объективной на то причины. Мы оспариваем с руководителем, вплоть до того, что на конфликт идем, для того, что если этот работник прав, мы будем до конца ставить, вплоть до иск подавать в суд. В прошлом году такой иск, например, был удовлетворен в пользу рабочих в Клинском районе. 4 сторожа были восстановлены на своих рабочих местах, а их руководитель уволен. У многих, говорят члены профсоюзов, искаженное представление о деятельности таких объединений. Обычно она ассоциируется с митингами, протестами и политическими партиями. Это зачастую смущает потенциальных членов профсоюзов. Мы не партия, не политическая партия, а мы именно профессиональный союз, то есть защита интересов той профессии, которая работает в государственных учреждениях. Многие работодатели тоже не всегда приветствуют профсоюзную деятельность. Причины, считают члены этих объединений, как правило, кроются в неосведомленности руководителей. Ему он будет лишней помехой, он считает. Но посмотрите, если мы хотим построить цивилизованную страну, то, конечно, руководитель прежде всего создает в коллективе себе противовес. Это единственное, что еще осталось от всего, где еще можно людям, простым людям, оказать какую-то помощь. Помощь – это также материальная поддержка в трудные и радостные минуты, организация культурно-массовых мероприятий. Привлечение свежей крови – одна из важнейших задач, озвученных на семинаре. Особый акцент делается на молодежь. При областной организации профсоюза создан молодежный совет, который активно работает. Это привлечение, в общем-то, всей молодежи к активным действиям. Молодежь все больше и больше, молодежь занимает руководящие должности. Это очень приятно. Потому что, ну, к пожилым уже, так сказать, должна смена прийти. Молодежи, говорят старожилы профсоюзов, пока не очень много. В каждой первичной организации порядка 15-20%. Меня выбрал наш директор. И, в общем-то, так как я очень активный человек, она решила, что я достойна быть членом профсоюза. В Солнечногорском профсоюзе пока не то, что молодежи, даже зрелых членов не так много. Чуть более 1000 человек. Активизировать процесс роста профсоюзных рядов – первоочередная задача. Такая же стоит перед многими первичными организациями отраслевого профсоюза. А пока по количеству членов и качеству их работы, отметили на семинаре, лидирует Клинский профсоюз.